Знаете, что сейчас подумал? Я прошу прощения у аудитории. Вот совсем недавно из жизни ушел бывший премьер-министр Италии господин Берлускони. Он многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные, долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО, о чем вы упомянули. Это был очень светлый человек и очень деятельный, энергичный. Я без всякого преувеличения считаю его такой личностью мирового масштаба. Если меня не... Ну, если, я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил почтить его память минутой молчания. Спасибо.